1 мая стартовал летний футбол 2013. На стадионе в южной части города прошел Кубок памяти Хитрина. 9 команд сыграли по олимпийской системе. В финал вышел «Строитель» и «Лотер ЦСКА». Старгородская команда минимально победила и выиграла турнир. Турнир памяти Владимира Хитрина проводится уже 5 лет подряд. Футбольные команды «Миаса» и близлежащих городов встречаются на поле в честной спортивной борьбе. Но несмотря на все усилия, лидерство в турнире не первый год держит команда «Лотер ЦСКА». В этом году старогородская команда не собирается прощаться с пальмой первенства. Мы, как чемпионы прошлого года, футбольная команда «Лотер ЦСКА» и прошлогодние обладатели этого кубка, естественно, хотим подтвердить. Цель на сегодняшний турнир, естественно, победа, доказать, что мы лучше. С каждым годом интерес молодежи к этой командной игре только возрастает. Но у Миасской федерации футбола есть несколько нерешенных проблем, которые мешают развить спортивное направление. Хотелось бы в городе иметь искусственное поле, тогда интерес бы увеличился. Турнир носит имя одного из легендарных миасских игроков футбола Владимира Хитрина. Владислав Николаевич Багаев был свидетелем и непосредственным участником взросления спортсмена. Первый тренер Хитрина с гордостью рассказывает о подопечном. Очень способный был мальчик. Быстро научился играть в футбол. В хоккей в воротах стоял зимой. Вот. Потом долгое время работал тренером. Он хороший игрок был. Теперь именем Владимира Хитрина названо одно из престижных соревнований «Миаса». А с 7 мая стартует летний чемпионат «Миаса» по футболу. Ольга Звездина, Юрий Карпов, программа «24 МИАС».